В минувшую субботу «Голубые береты» отметили 84-ю годовщину образования воздушно-десантных войск. Повсеместно 2 августа проводились праздничные гуляния, демонстрации и парады. Солнечногорские десантники также не упустили возможности отметить свой праздник и вышли на главную площадь города. В 75-м году был призван в советскую армию. Значит, служил в городе Кировабаде в 328-м парашютно-десантном полку в разведывательной роте. Ну что хочу сказать, что служба закалила, воспитала. Воздушно-десантные войска обеспечивают надежную оборону страны. Кроме того, ВДВ – это силы быстрого реагирования. Основной способ перемещения войск – парашютное десантирование и вертолеты. В мирное время воздушно-десантные части поддерживают боевую готовность на уровне, который в случае необходимости обеспечит их успешное применение. Кристина Верхотина, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».